Готов? Да? Сейчас. Готов, значит, Да? Раз, два, три. Выбирай. Я что-то думал, ты камень поставишь. Да, перемудрить друг друга сложно. Это да, это искусство. Так, давай, наверное, мы НАТО попробуем. Я что-то не понял на самом деле, что там за фишка, ну ладно. Так, возьму я таблицу. Погоди-ка, а у нас ничего не пронумеровано, да? Я думаю, потому что мы больше болтовней занимались. Да. Давай сейчас я быстренько вместе. То есть тебе не накладно, давай. Значит, у нас. Рейтинг. Санчес, Асус. Да. Еще предыдущие за 3 минуты. Киберфилин, но. Мистер не играет. А, вот. Один у нас, да, он посмотреть, послушать, потому что у него компьютер не тянет. Yes. Готово, значит. Санчес, что выбираешь? Я НАТО взял. НАТО, я беру Россию. А Димка тоже, что ли, уже здесь, да? Нет. А чё, Димка выставлен? По ошибке. По привычке. Да будет, пусть остается там. Давай. Так, сейчас. Ну, я знаю, на самый дешевый Asus, я беру Asus. Ты берешь Asus, я беру Луду. Штайма. Давай за ДКВ. Димка все равно выставляется самостоятельно. Его невозможно убирать. Давай, я думаю, что это значит, что он будет играть. Это Skynet. Заново делимся тогда с учетом Димы. Он везде присутствует. Ты понимаешь, Кирилл, от него не избавиться. Тимош, ты слишком много дал ему власти, он тебе захватил все. Да, да, да. Автоматически говорили Димке каждую игру на колдуаш. Ладно. Кстати, я может... Асуса. Так, ты берешь Асуса все равно. Я беру туда Димку. Димку я ты буду. Ты мне, конечно, дольется. Вот, да. Да. Давай, нот 69. За КВ. Ура, НАТО. Рауль, please join Russia. Алло. Я бы... Давай, заходи. Мы уже поняли, что... Скайнет, привет. Давай Дениска. Дениска, это кто? Кес. Ну, у тебя выбора-то особо нету. И киберфилин за нас. За Россию. Так, ну все. Один беда Тимоша, да? Да. Ждем императора. Нет, это Skynet. Почему так хорошо играет? Если и он что, просто по пути идет, игру если переписывает. Если что, у меня идет запись. Кинчай, так вот, я говорю то, что сейчас. Во время игры Димка переписывает этот сетевой код, чтобы ракеты попадали. Я тебе кинул. Возможно, тебе, возможно, тебе. Тех тут два. Так ладно, я пошел в НАТО. Профилем. Чего, я кинул? Игру Asus ошибся профилем. А я потом гляну. Ну чё, все здесь? Поехали. Ох, ёпта, что-то вы быстро, куда мне? Не в НАТО? Да, да. Да. Вы быстро поделились, блядь. Так, Блуда, Тимош, летаешь? А, мы в НАТО уже сидим. Блуда, блядь, летаешь. Так. Летать, блядь. Кес реально. На центре, Асус справа, а мы с Кириллом слева, короче, терроризируем, оккупируем.
Ты куда? В поле или на холм? Я через маленькую поляну, там и через угол леса. Окей, я ставлю край. Ты бери там своих фашистов, я возьму французов. Я куда? Направо. Слышишь? Денис, тебе задача закрыть полянку там, вот где хуторок, да? И, я не знаю, пробуй... Центр право. Пробуй к холму двигаться, потому что Парсусу легче было там вдвоем пробуйте тоже. Да, поддавливай. То есть накидай войска на центр, да, раскидай. Смотришь, повыбили. Ага, взял опять дешевых, раскидал, опять накинул там. У них в целом слабо наземка, поэтому блуда. Тебя только воздушное прикрытие в основном. Да, ты не рискуй. В основном не надо рисковать, зазря. То есть я, блядь, зашел расслабиться, танчики поубивать, а вы меня, сука, да. Гореть. Да, нет, ты просто будешь летать. Я тебе сейчас этот, джойн... Блуда, мы сейчас тебе пришлем смазку, чтобы ты с Димкой нормально... Да будет как обычно, блядь. Димка проведет из сушников через Санчеса, блядь. Ну ничего страшного. Блуда, тебе повезло. Блуда, тебе повезло. У меня с краю будут спецназовцы снайпера. Они всех отстреляют. План будет как надо. Как ты любишь, с подливой. Санчес, а ты чё орёшь, блядь? Я просто вам помогать с воздуха не буду, если у меня девушка ползёт к аэродрому. Вам же страдать, блядь, мне-то похуй. Я в телефон залип. Да ладно, я же решил поугарать, что ты обижаешься. Не волнуйся, Блуда, у меня спецназовцы снайперы будут. Димка, надеюсь, их не удалил? Нет, не удалил, они за ту же стоимость. Посмотри, а что с немцами стало? Их нету. Ну? В смысле немцев нет? Блядь, там два леопарда, а моторехоз надо? И визель. Что? Тогда надо требовать паузу и типа... А где вообще вся пехота? У меня тоже пехоты нет. Во Франции. Вообще никакой пехоты нет. Я британцев взял. Я британцев взял, идите в сравку. Пехоту забыли. Не берите немцев. Короче, немцев никто не... Либо французы, либо британцы. Да никого не берите. Британцев тут пехоты нет. Я не знаю, у меня может это какая-то вообще нет ни одного отряда пехоты. Может это какая-то продуманная тема? Я не знаю. Пехоты нет вообще. Так в общих войсках нету, я знаю. Так, нигде нет пехоты. Нет, может это что-то ты... Нигде, перекрыл. Санчес. Чем я сейчас буду перекрывать, блядь? Диверсантами? В Британии есть пехота. Какая у Британии пехота? А, это с пехотой? Да. Дебилизм. Нет, Санчес, это просто не игра. Если нечем, тупо захватывать точки. Просто некем. Чё ты смеешься? Чё тебе весело? Да. Ну окей. Сейчас будет репост, Димка накосячил. У тебя тест-юнит для... Открывай. Тут без надо сегодня. Завтра фиг. Нет, давай сегодня без тест-юнита и все. Нет. А чё ты в тест-юните сделал? Там небольшая... Это... Небольшая ошибочка в сетах. Короче, Санчес, закрывай, ставь США. Именно Санчес? США? Ну да, надо сегодня не играть, не говоришь. Все, понял. Почему не убрать тест? Ребят, ну зато мы на новых хаммерах пока-то, на новом хаммере. Блядь. Нахер мне новый хаммер, я хотел поиграть на нормальной бригаде. Димка был на ВКС, блядь. Чё, кто ну, вышел? Готовь жопу. Димка ушел. Не ушел. Так, полетаешь, американцы. Киберфилин вылетел почему-то. Сейчас я ему скину голос. Asus. Чего? Не хочешь полетать на американцев? Я командир, не я. Asus, полетай на этих. Я буду хочу пожалеть. Если он говорит, не хочет. Я иду на... Санчес, план тот же? Да. А, только, Блуда, ты я с Asus беру... идешь направо. Ага. Нет, типа, если на натовской авиации там еще кое-как можно что-то сделать, блядь, но на американской я нахуй вообще улечу в космос, блядь. А я беру богоизбранных. Я беру богоизбранных. Меркавы? Да, евреев. Я тоже евреев возьму. Ну так ты на другом фланге. Слышь, Санчес, я беру богоизбранных, так что ты это учти это. Кого? У нас будут спайки. Будем спамить спайками. А, ты возьми я, сразу я грузовик. Возьму. Кес галку. Ты грузовик возьми первым так вот, пожалуйста. А мне, может, самому нужен будет. Вот и возьми себе в первом закупе, чтобы у тебя потом да, таймера не было. Опустошать мой грузовик, чтобы я сосал малину. Блять, Санчес. Да, тебе сказали, таймер 10 минут. Это очень долго, поэтому возьми себе грузовик.
Сразу же. Это очень помогает, потом у тебя будет сразу 2 доступен. А топливо тоже берем. У нас тут как скотобаза. Это сразу будет, доступен. Короче. Значит, снабжение сразу доступно. Димке пока не пришла эта мысль в голову. К счастью. Сейчас, блин, посмотрит видосик, и из автофиксе, короче, уже живо заблокирован. Чекаем. Филины нот новенький, да? Нет. Да. Ну как, он играл. Игорь 8 неделю 2 от силы. Неделю 2 от силы, не больше. То есть, так себе. Ни рыба, ни мясо. Филин тоже играл, они одновременно пришли. Ну, по факту мы как бы должны выигрывать, но обычно факты жопы к нам поворачиваются. Делал ЦУшки. Все вопросы к Димке отцу, у меня нет и не будет. А почему? А как же буды? А потому что Димка такой молодец. У нас у евреев, оказывается, нет отцу, они такие тупые, как-то не знаю, проповедовать да, боеприпасами. Да, на самом деле, ну это такая бригада. Я им думал, кстати, этот добавить, БТР Эйтон, который похож на французский ВБЦ-1, только с 30-кой и с КАЗом. Добавь, пожалуйста, им Санчес вместо... Его не Эйтон лучше. Его надо с нуля делать, и вообще... Отдай, слышишь, отдай просто командиру спецназа хотя бы бинокль с лазером. Хотя бы. А лучше просто добавить, как у всех нормальных наций, в общую ЛЦУшку. Еще шаббат шалом добавить, ребята. Вроде в обычном ПЛАшке есть ЛЦУ. Нет. Это не Россия. У Аладдина БПЛА нет. Ой, блин, лазера нет. Я возьму сразу туда я, этот я Макбет. Я взял, слышишь? Кого? Морячков. Ну как хочешь. Сейчас будет верт, аккуратно, если что. Так, Буда, я вот тут на всякий пожарный положу с двух снайперов. А я-то чё за? Асус летает. А, Асус, ну ты слышал. Так сказать, наша вам с кисточкой. Бля, пиздец, первый закуп новичков осталось. Та же хуйня, не поверишь. Берут джавелин, блядь, осталось. У меня ноль. Угу. Да потому что американцы и евреи пиздата такие. Я что-то перелетел. 200 очков в обычной Меркава, 215 строфи. Я да, 200 очков за Меркаву, которая хуже Т-72Б3. По всем параметрам хуже. У меня даже кува нет. По крайней мере в закупе. У меня филин и нот двое. Какой филин и нот? А блять, нихуя не втроем здесь, еще и Рауль. Какого хуя? Справа Тимош. Кес, давай есть. Центр укрепляй поскорее, значит на твою помощь пригодится. Они могут фул на землю пошли? Нет, у Рауль на центре. Кстати, что не надо, мне надо пугать. Рауль вообще-то он не совсем на центре. Рауль на центре. А, не пугай нас. Кес должен сейчас будет. 72-ка, блять, с Магача нам Тимош уебать. Вот так это все делается. Так ты такой богатый еще Магач взял, у меня не хватило у него денег. Ебать, а Тимошу просто все пошутил. Ебать, Тимошу. Давай, выноси его. Вынеси его нахер. Так, я пока возьму себе ПЗРКшник. Танк пошли. Так, взорви. Я обусловываться не могу. А что ты танка поехал на танк? Ты бы сказал бы, я тебе помог немножко. У меня просто на центре танк. Да, так ты просто сказал, поддержи. Он сейчас бортом станет, давай ему порт на... Так, по мне пуск. Блять, как уж на Меркаве вооружение. Танки загоняем. Так. Один готов. Давай, давай, Санчес. Займись правым танком. Все, пизда моей. Пизда армате Меркаве. Она без боекомплекта, можно не добивать. Вертолет направо пошел. Вертолет направо. Ну, блядь, ко мне полетел, да. Санчес, у вас уже на холме, вот тут будет Макбет сейчас стоять.
Доставай ПЗРК, которые не приехали еще. Да, приехали, а потому что они залагали здесь. Нет, потому что у них 40 секунд таймер. Я купил, сразу же отправил. Они стояли в дереве, О, хамбики переделали, Санчес. Они теперь будут более адекватно взрываться. Это мои. Да, ну так ты их сделал с модулями, да? Я их делал не только с модулями, я их сделал БК, у него сзади. У него сзади БК. Сначала убью БМП, потом по танку. Теперь должен взрываться, как. Асус, если что, уходи. Там вертушка на тебя. Как система. Турыка тебе. БМП готово. Заряжайся, да, роду. Блять, а почему у меня ракета? А, УРВ нету, сука. А он не УРВшками, он обычными турами. Да у меня УРВ ракеты, блять. Даже сработали. Ну это накрыл. Танка будет пуск, Санчес. Да, да, спасибо большое. Бля, БТР, пизда, мэм. Слушайте, 28-й. Туром промазал. Ну, блядь, ну 28-й, сука, вытанковал, блядь, попадание в лоб, блядь. Ну, идите нахуй. Вытанковал и летит, блядь. Ну, что это за хуйня? Ну, идите нахуй, блядь. Я не хочу в эту хуйню играть, когда 28-й в лоб там хуй, блядь, позаркай, блядь. Это такая хуйня, это просто долгую, блядь. Пиздец, блядь, я не хочу в это говно играть. Нормально это, успокойся. Да хуйня, все, блядь, он взял, пролетел мне, блядь, пехоту всю успел. Мы лево тоже довольно неплохо отдавили. Сейчас я еще ноду валяющуюся пачку пехоты перестреляю с пулемета, вообще как классно. У нас в тылу дивер, летчик. Бейки. Вот тут. Вот они дивер-то, блядь. Я сказал, дивер, летчик. Там кес был, да? Кто-нибудь сейчас разберитесь. Да, я отправил туда номер. Блять, еще эти ебаные боты тупые, сука. Я боюсь, скоро стоит ожидать бомбера на центре. Вырежьте, пожалуйста, нахуй лиса из этой игры. Ну уже, давай, да. Два танка слева, Санчес, уже. Я понял, у тебя есть? Пока, что-то я пока без танков. Я тоже, я коплю только. Я через 50-очку танк. Тихо. Я ни на что не намекаю, диверсант куда-то съебался. Да похуй. Самолет спинит. Мы окружение поставим. Сдавайся. Кстати, реально, блять, отгоните там массу на аэродром что-нибудь, блядь. Сейчас я 4 бойцов могу выделить. У него урывает 35, если что. Блять, ну чини если кусок говна быстрее. Пиздец, блять, такой бред нахуй. Чего? Блять, ну ничего, ничего. Он сядет, блять. Ну чтоб ты понимал, 35-й у него ракета, блять, прям у него взорвалась нахуй. Здесь пулемет надо Санчес... выкосить. Скоро будет танк. Ты ж пулемет по мне работает. А есть ЛЦУ слева? Нет. Блять, да ладно, нахуй. Мне один танк сейчас весь фланг сосет. Кубович, да ладно. Нихуя не смешно, блять. Ну пиздец, нахуй. Мне сейчас один танк весь все сосет, блядь. Ебаный вертолет. Кес, ты можешь помочь? Да, где помочь? Направо танк надо убить. Сейчас. Так, блять, я Дживелин проебал, вот. Охуенно. Этот человек на букву М серьезно? У меня КО забито? Вот он сидит. Да с бомбы его кинь нахуй и все. У тебя ж бомбы на подвес. Сейчас пулеметом здесь обработаю. 120. Бомбы. Я тоже минах делаю. Обрабатываю. Санчес, надо убить этот танк. Спокойно, а там танк? 135-й минус. Мой танк надо убить. А твой? Пока нечего.
У меня сейчас КО забито какого-то черта. Стрела. Блять. Меркава стоит 65 КО. Он ебанулся? Да. Да блять, ну кто лагает? Кто лагает? У тебя 30-ка сейчас наводиться будет. Санчес, я ничего не могу купить, у меня КО. Да нормально. Выбью, у меня GD. Ты понимаешь, вот из-за этого выбитой Меркавы у меня КО. Я не могу ее убить, потому что она пустая без боекомплекта, ее сейчас не убить вообще ничем. Я сюда под зеркаль взял, на всякий случай. Пиздец. Ну и куда она? Так, мы где-то точку въебываем, а где? Сейчас помогу с этим танком. Давай, буду очень благодарен. Почти доехал. Тихо, подводи к танку. Я тут честно. Он отходит. У меня пехота ко мне идет. Несы. Несы мне соль, наверное. Самолет идет, Санчес. Самолет, напрягай ПВО. Вот тут стоит Макбет. Спасибо большое. Ура, я убил наконец свой танк. У меня моя пехота ползет туда. Бетер минус. Сейчас мне танк приедет, и будет полегче. Пушка. Кабовоз, 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 кабовоз. Теперь летит кап. Меркаву двигай. Да, Меркаву уходит уже. Все, промазал. Максимум сейчас пару пехотинцев уебет. О, блять, пару. Пиздец. Если мне бы такую плану. Димка взять. Просто ебанутый. 65 очков за танк, самый блядь. Не отзывайся, Кирилл, пожалуйста. Кирилл, справа пехота ползет. Воздержите своих коней. Красавчик, я видишь, отстреливаю, где пидоры там стоят. Я тоже отхуяриваю. Да-да-да, красавчик, вообще что-то попал. Так что вот. Попадание ему срать. Да, ребят, паузу можно на буквально секунд 40. Ну, ставь. Пауза 40 секунд. Блять, я сейчас маткал возьму, блять, точно. Кстати, у нас там еще этот в телах ползает пилот, если что. Так, все, поехали. Тур свалил где? Вот стоит. Да-да-да-да-да. Убегает козел. Здесь накрыть. Да хуй там. Все, не убежал. Кап, кап, кап. Ты танк, двигай танк. А у летчика уже... Нет, он не сбросил кап. Заметность высокая, да? Красава. Подведи пехотку, пожалуйста, цвети. У летчиков. Пехотка ползет, ебать, пехотка ползет. Где, блядь, там? Я пока тут с тобой. Угу. Ага, в смысле? Как 52 лично направо, походу. Вот нам, да, направо, блядь. У меня позорка нету. Нету? Уходим.
Я дымись тоже... упадем. Бля, дыму нету. Дыму нету, пизда. Ну и хуй себе. Я хамерок делаю, что дыму нету. Асус, есть чем нас прикрыть? Нафига. Я хочу проезд. Какой проезд? Хаммер твой с пулемета пробивается из автомата. Проезд. Не, этот не пробивает, это бронированный. А это прикол такой, то, что Димка сделал, блядь, пустой грузовик за 50 очков. Слушай, у нас тут сейчас отсюда идут мини-мечи, на пулемет делать. А сейчас на меня едет танк, посмотри, секундочку. Ну почему ни одного пуска пузырька? Танк направо. Потому что меня пузырька въебало. Я же сразу сказал, пузырька мне въебало. Давай, едем. Лапу, лапу, лапу. Ну, похоже, собрать нам мои снаряды. А у меня нашел. Пузырька пошло, а мимо. Так. Блять, скоро будет спайк. 50 очков, нахуй. Не, пехота. Пиздуйте пешком, блядь. Серьезно? 50 очков сделать пустой грузовик? Да, посмотри. Чё? Б. Балансир от бога. 50 очков стоит пустой грузовик, нахуй. Ты понимаешь, что, что слово «бог» и «балансирность» начинается на одну букву, поэтому вот. Где, блядь, куски лавки, нахуй? Так, ладно. Манде. Сейчас придет спайк, я его выдам. Я эту хуйню сейчас скура, походу, собью. Попал ты в него. Ну, попал? Есть. Второй раз попал. Ничего. Я сейчас, блядь, с этих, как его, трол, блядь, которые с танка у меня, ебать, идут. Лохан. Вертолет право. Я вижу, я дымлюсь. Держись, держусь. Сейчас я там встречу. За счет центр того, что ты держишься, и за счет того, что мы отняли, мы как... Это ПЗРКшники кого-то здесь. Так. Вертолет бит. Сейчас вбухаем. Спасибо, Асу. Блядь, не попал. Танк начинаю выдавливать себе площадь обратно. Блять, как хорошо каста. Уничтожен. Да, каста. Каст просто охуенная штука. Но все равно 65 кого за пустую арм. За пустой танк без кува, это просто пиздец. Красавчик. Они окапываются. Танк едет. Санчес, есть чем поддержать? Ладно, заряжаю бронебойный. Понимаю. А джавелин у меня есть еще. Дай ему подойти поближе. Так, заряжаю лохат. Скоро будет спайк. Все, он наступает. Я себе заряжаю лохат. К счастью, Димка еще не до дома светит, дорогие. Так, да, он, похоже, черпает вдохновение в этих видосах. Ты говоришь, что что-то хорошее, сразу же занерфить. Не, блядь. Я вообще-то порол. Я теперь понимаю, что в общих войсках вот эта пехота на самом деле сейчас... Свет нужен. Пацаны, пожелайте мне это... удачи. Сейчас попробуем. Удачи. Удма. Теперь поймите, что пехота на обычном грузовике в общих войсках стоит 10 очков. 50 очков стоит грузовик. Так а при том, что аж кошта стоит 60 очков. Да. А после грузовик 50. Вот тут, а вот зеркало убить его надо. Постараюсь. Еще танк Санчес уедет. Вот тебе может и похеру, а нам надо что-то с ними делать. На Джавелин. Джавелин стоит на 110, что-то там. Подпущу его и не буду наступать. Ну вот, подпустишь, а нам надо наступать. Ну да, тебе АГС нужен, а АГС я могу потащить сюда. Ну давай, против не буду. У меня КО. Классно. Купил два теда пехоты, спайк, один танк, все, КО. А, еще Макбет есть. Сейчас отхвачу этот лесок. И сейчас получишь второй фугас. Нет, не фугас, это гранит. Ну а получишь фугас. Не граник, ладно.
немножко этого разнообразия. Хорошо, что сломали КАЗ. Ой, СПО. А. Это мой спай. Сейчас я начну насиловать филина. А, нет, уже и насиловал. Блядь. Так чё, ты же знаешь, что здесь позорка стояла? Yes. А, да, этой хуйни помешать, да, конечно. 60. Чем угодно, ебать. Стараюсь. Ну, кстати, если попадет. Понятно. Не, все. Не рискуй. Это самые бомжи, ебать. О, Лошкош не мог приехать сквозь деревья, классно. Не может. Реально не сможет снести. А что ж тупит, ебать, в этой игре? Нет, Саня, я не говорю снести, я сказал проехать. О, Корнет, потому дави его, дави. А что ж? Молодец. Боеприпасы. Боеприпасы слева. Ага. Еще один Корнет или конкурс. Ой, стрелу, если заберет. А, блин, минус. Я думаю, сейчас ГГ последует. Нужен этот минат. Сейчас я достану этот. Сейчас я прорву фронт. Ой, Митису пизда пришла. Блин, почему у меня пулемет не работает? Спецназ, блядь. Одно название от еврейского спецназа, блядь. По их стрельбе, блядь, одно название. Я им нагибал. Сука, меня помощник... Самолет уже взлетает с бомбами. Помощник ПЗРК не может перестрелить... Ой, блядь. Пулеметчика спецназа перестреливает помощник ПЗРК, нахуй. У тебя ГС есть? Можешь подтащить поближе, не? А бомбер-то походу ко мне, блядь. Я ебал, я в яму съебываю. Нет, налево он полетит. Налево бомбер летит. Готовьте ПЗРК. Угу. Я тут Макбет след... Он центр бомбит. Это Кабы, это МиГ-29. Ну, все мир. Равно неприятный, блядь. Нет, понимаешь, бомбер это имба, а Кабы хуйня. Ну... Если точечно, то... Нет. Он ты прикол, что точечно, что он не уничтожит мне ничего особо важного. Блять, понимаю, у меня пехота залагала. На меня кап скинули, значит, посмотри, пожалуйста. Да, минус спайк твой. Блять. Да. Минус мой Макбет, и минус мой спайк, и минус мой грузовик, сука, слишком они близко стояли. Ладно. Я пехотинец залагал, а не отлагал. У меня очки есть, я поехал на их аэродроп. 100 очков будет. Все, он на посадку идет. 90-ка еще. Санчес, тебе не нужен верт, тебе нужно сейчас отряды, пехот, отряд танк и пехота, чтобы прорывать их нахуй в урон. Ладно, взял танк. Санчес, мне ты нужен сейчас здесь, танком. Я танк взял, едет. Давай, потому что меня загрузили, сейчас танк на трансмиссии стоит, сейчас меня выебет. На пехоте не ступи. Он пока неправильно стреляет, но скоро меня пробьет. Я его не пробиваю тупо этими тупыми снарядами. Вроде ДМ-63, а вроде нихуя не пробивает. Чё-то КАЗ вроде как сбивает, блять, эти ракеты, а урон ебанутый все равно проходит, блять. КЗ, у меня все на подлёте ещё сбивает.
У меня на подлете тоже сбивает, но при этом меня поджигает нахуй, я сгораю. Кес, посади его тут, АПЗРК. Гонит. На расстоянии метров 20 сбивает. Санчес, ты видишь дебиностик? Меня КАС почти в упор сбивает. Санчес. Вот это тебе его упор от прыжков. Кес. Учти, что вот здесь стоит Птур. По метке Санчес, как конкурс. Окей. Одну секунду. Готов 90, сейчас заряжаю и убью нахуй. Этот и отнимаем все поле. Надо уметь убивать еврейские танки. Они уходят с центра. У них Саня здесь стоит. Через 2 минуты будет новый спайк. В любую секунду могу купить Меркову. Блять, ну ёбаные вы баги, нахуй. У меня вот этот БТР залагал, он показывается как живой, у меня все БТРК, блять, отстреливают тебя по этому. Ёбаный ты рот, блять. Уже никуда, ты уже все нормально. Сейчас только надо Птур убить вот тут. Блять, и все долики суд из РПГ попадали, нет. Да, сейчас следующий наряд по ней придет. Взял по РПГ? Вот возьмите, блять, нормальное оружие. Это уже мертвый БТР, блядь. Ебать. Блять, пофиксите уже эту хуйню, пожалуйста. Блять, это так раздражает. Просто танк. Я весь ПК по нему стоит. Начинаю чередить вот, метр с хапом. Я тебе сказал, да. Су 25. Я по нему пускал. А попробуй сейчас его сбить из пушки. У меня КД, но... Надо быстрее пехоту что вести. Что помет? Летись. Принял. Сейчас он прям на меня. И сбил. Пизда. Ха-ха, конечно. Поломал. Но он нормально поломан, ребят. Он надолго ушел. Главное, чтобы на посадку ушел, да. Тройка. Я почти попал, да? В смысле? Да бесполезно это, филин. Сейчас, подожди, дым и рассеется. Пец, да по мне стрелять. Куда почти попал? Касса из-за дыма не видит ракету. Турк твой, который. Да, и он, короче, слева вообще там за 200 пуль. Чтоб ты понимал, он летел сюда. В мертвый БТР, который показывается живым. А, это мертвый, да? Да, он мертвый. Он показывается типа живым для ботов, ебать, внутри пехоты даже. Там просто даже для меня. Зато он, сука, живой, по нему все стреляют, да. Да. Новые миссии с флотом делаем, да. Баги не фиксим. Не, зачем? Санчес, я сейчас весну грузовиков снабжения. Ситуация там не додавалась, нормально. У кого? У Давуда. Еще раз, блять, повторяю. Вот эта хуйня мертвая, без экипажа внутри, показывается как живая, и по ней все разряжаются. Зато миссии с корабликами делаем, да. Самолет идет ко мне направо. У меня пока нет позорки. Блять, у меня еще и все долбоебы берут РПГ, блять, когда ползут на пехоту, сука, ну. Это кабовоз. Видите, как. Пизда моему этому. Меркове. Беги, беги, чувак, беги! Ты выживешь, я тебе верю. Мартири, Меркове, похуй на капает, упавший. Блять, долго там еще идет? Так. Чтобы ему было не повадно, сейчас ПЗРК прям в танк. Димка ж летает, да? Шилку я ему тоже въебал. Так. О, у меня ГС на танк. Второй кап, блять, прямо по танку. О, ебать, Санчес. Я уже и забыл про этот ГС. Как долго сюда шел? Да, он уже давно пришел, его просто периодами перетаскиваю. А, понял. Я, короче, вон тебе света, да хуя. Двигайся, Булда, двигайся. Двигайся. На, нахуй. Всю мою пехоту. Ну зато я его разряжаю. Угу, по моей пехоте? Да. Нет, нормально.
Нормальная практика. Ну, дрянь. Теперь пехоту снес этот наш, ебать. Теперь пехоту заказывал. Авиация справа, пол. Мне пехоты категорически не хватает. Че, опять козырька? Вот стоят. А, смотрели, ебать. И чё? И? Ну? Нормально. Разбит. Отлично, ну и Су-25 я убил уже. Да, от тебя требуется только ПВО, на самом деле. Нам тут ещё заебись остальное. Да вот, я Су-25, я захуярю. Не, я просто говорю, просто... А, он решил там садиться, да? Никаких проблем, от тебя только ПВО и требуется. Корабельный мы его уничтожим. Могу миномёт, у меня два пуска есть, могу убить какие-то станковку. А чё у тебя за пуски есть? ПКРами? Да. Слева. Самолёт в пролёт пошёл. У меня, блядь, ПЗРКшников там нет живых. Уводи от аэродрома. Да я знаю, где Санчес. Санчес, готов ПЗРК? У меня здесь. Я тоже выгружаю. Сейчас будут пуски. Стреляйте, уёбки. Кружись. Эван же подвигает. Пошли пуски. Да похуй, блядь. Глубоко похуй на твои пуски. Он в землю сейчас. Нет. Прикажи ЗКВ, блядь, прикажи с этой хуйни стрелять справа. Загорелся. Всем уже приказал стрелять. Пуски сейчас его собьют. Асус, ты уходи как можно дальше от него, чтоб тебя не зацепил. Все. Заебись. Переиграл. Все, уходи тебе на этот ром. Да че у меня пуски еще есть? Пусти по танку, он стоит. Слева, видишь? Так, вот ПЗРКшники на ВКшке приехали. А, у меня пилоны повреждены. Тогда уходи. Можно там этот ремкомплект подвести? Так, сейчас у меня где-то что-то... Вот он должен быть тут ремкомплект. Несу, Асус. А, все.